Здравствуйте, дорогие мои друзья, маленькие и большие. Сегодня я расскажу вам сказку про лису. Эта удивительная история произошла со мной где-то лет 5 тому назад. Хотя началась она на год раньше. Мне приснился сон. Сны, как известно, бывают разные. Веселые и грустные, ужасные и смешные. Но когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что это был всего лишь сон. Но бывают и такие сны, которые далеко не сразу можно отличить от реальных событий, настолько они яркие и правдоподобные. В моей же сказке речь пойдет о сне, который принято называть вещим. А приснилось мне, что мы с моим другом Димкой приехали на рыбалку. Димка остался на Нижнем озере. Я же пошел на свои любимые три брата. Иду я, значит, такой, по тропинке, вытоптанной в снегу вдоль ручья, и думаю, интересно, мы первый день как приехали, а уже тропинка натоптана. С одной стороны, это, конечно, хорошо, что кто-то натоптал мне тропинку, а с другой стороны, этот кто-то был чужой, а ведь это только наше место. Ну и так вот рассуждая, я не заметил, как пришел на свое озеро. Пробурил лунку и начал ставить удочку. И вдруг смотрю такой, краем глаза, как будто тень какая-то промелькнула. Я резко повернулся и вижу, батюшки, а ко мне лиса идет. Медленно так, не торопясь, и явно меня не боится. Подошла она, значит, ко мне и села. Села и сидит. А я смотрю на нее такой и думаю, а не взять ли мне ее себе домой? Нет, ну а что? У кого-то есть кошки, у кого-то собаки и даже черепашки. А у меня лиса будет. Я снял ремень, сделал из него поводок, одел его лисе на шею, и мы пошли вниз. А потом мне приснился поезд. Сначала я долго объяснял проводнице. «Да ну что вы, ну какая это лиса? Это обыкновенная собака». Но она все равно не поверила и заставила купить меня какой-то отдельный специальный лисий билет. А потом мне приснилось, что я уже дома и захожу с лисой в свой подъезд, открываю дверь квартиры, и на этом моменте я проснулся. Я вскочил с кровати и первым делом начал искать лису. И далеко не сразу я понял, что это был всего лишь сон, и никакой лисы дома нет. А ровно через год, как раз на майские праздники, я опять поехал на свои любимые три брата. И со мной поехал Димка. И вот уже в поезде я вдруг вспомнил этот сон про лису и от нечего делать рассказал его Димке. Север встретил нас метелью и порывистым шквальным ветром. И это в мае месяце. У нас дома-то деревья уже зеленые, а здесь зима в самом разгаре. Вот такой вот он север. Слабаков не любит. Когда мы шли по лощине и нас прикрывали сопки, было более-менее терпимо. Но как только мы вышли на озеро, на открытое пространство, шквальным порывом ветра нас буквально повалило навзничь. И мы поняли, что дальше идти невозможно. И хорошо, что избушка рядом была. Она-то и спасла нас от урагана. Весь день и всю ночь бушевала метель, поэтому на наше место мы пришли только на следующий день, да и то ближе к вечеру. Мы степенно, не торопясь, разбили лагерь. Димка начал готовить ужин, я же спустился на озеро и начал бурить лунки. Лед на озере, несмотря на то, что на улице май, по самую рукоятку ледобура. Но я все-таки пробурил три лунки и только на четвертый выдохся. И решил я, что на сегодня хватит. И так вон сколько сделали, сколько прошли. А впереди целая неделя, куда торопиться. Пришел я в палатку, да и как раз к ужину. Ужин у нас был нехитрый, макароны с тушенкой, ну и, конечно же, крепкий чай с пряниками. И что-то нас после ужина так сморило. Ой, так спать захотелось, что решили мы... Ой... Надо после ужина подремать, а завтра встанем пораньше, часика так в 2 утра, и начнем рыбачить. Я залез в спальный мешок и буквально выключился. Проснулись мы
на следующий день ближе к обеду. Нет, будильник звонил. Он звонил в 2 часа ночи. И в 3. А я ему все говорил: сейчас, подожди. И в итоге выключил совсем. Злясь на весь мир от того, что я проспал, я решил, что пусть Димка остается на Нижнем озере, а я пойду на братья. Я кое-как, проваливаясь в снег, то по пояс, то по колено, дошел-таки до своих озер, начал бурить лунки и ставить удочки. Пробурил я первую лунку, поставил удочку, затем вторую, потом третью, а на четвертой даже рыбину поймал. Да не одну. Настроение улучшилось, да и солнышко из-за облаков начало проглядывать. Хорошо. Ну и пробурил я, значит, очередную лунку, ставлю, не торопясь, удочку, и вдруг чувствую, что на меня как будто кто-то смотрит. Пристально так, внимательно смотрит. Ну, я сначала подумал, что это Димка пришел. Не клюет у него там. Обернулся назад, а там нет никого. Ставлю, значит, удочку дальше. А взгляд этот пристальный не пропадает. Я сижу и думаю: да что ж это такое? Кто это на меня так пялится? И потихоньку глаза поднимаю, осматриваюсь. Я не сразу ее заметил. Она сидела под сопкой на пригорке, и если бы не пошевелилась, то я бы вообще ее не заметил. На меня смотрела лиса. И это была та самая лиса, которую я увидел во сне за год до этого. И что самое главное, она сидела на том самом месте, которое мне приснилось. Ну, думаю, вот это да. Это как так-то? Я даже ущипнул себя. Но лиса никуда не пропала. Ну и стоим мы, значит, такие друг напротив друга. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. И сидит. Ну а я, набравшись смелости, все-таки не каждый день лисы приходят, и говорю ей: ну че сидишь-то? Заходи в гости. Лиса как будто этого и ждала. Она медленно встала и направилась ко мне. Вышла на лед, обнюхала его, словно первый раз видит, осмотрелась вокруг и приближается. Ну, а я ей такое говорю: рыбу будешь? Лиса остановилась, посмотрела на меня. Да нет, этого точно не может быть. Мне точно это показалось. Но лиса мне кивнула. И вот она уже подошла практически вплотную ко мне. Села, обвела себя хвостиком, сидит и смотрит. Я тоже на нее смотрю и говорю: я это, сейчас из пакета рыбу достану и угощу тебя. А лиса смотрит на меня и кивает. Ну, думаю, дела. Я буду, наверное, первым в мире человеком, который сошел с ума на рыбалке. А если она сейчас со мной заговорит, что я делать буду? Но лиса не заговорила. Она просто молча сидела и смотрела, как я достаю рыбу из пакета, как режу ее на кусочки, и ждала. Я же, порезав рыбу, взял один кусок в руки и протянул ей. Лисица встала, понюхала и аккуратно взяла кусочек рыбы. Затем она отошла и съела его. А за следующий кусочек рыбы она разрешила себя погладить. Ну вот так мы с ней и познакомились. И стали мы вместе рыбачить. Вместе ходили проверять лунки. Я снимал рыбу, угощал ее. Лиса то спала у лунок, греясь на солнышке, то сидела рядом, то уходила куда-то по своим делам. Но всегда возвращалась. Единственное, на что она не соглашалась, это спускаться со мной на Нижнее озеро в лагерь, чтобы я смог показать ее Димке. Ну вот не хотела и все. А я же, естественно, первым делом, когда вернулся, рассказал Димке про чудесную встречу и про лису. Но он не поверил, потому что на следующее утро, когда мы пришли с ним вместе, лисы не было. Но как только Димка ушел с озера, она появилась, как ни в чем не бывало. И смотрит на меня такая довольная, хитрыми глазами. Мол, как я тебя провела? И вся такая улыбается. Ну вот так вот мы с ней рыбачили всю неделю. Я приходил на озеро, а она меня уже поджидала. Либо мы встречались где-нибудь на тропинке. Целое утро и весь день мы проводили вместе, а потом расходились по своим домам.
Я спускался на нижнее озеро в лагерь, а она уходила к себе, в свою норку. И каждый день мы с ней пили чай со сгущенкой и пряниками. Чай лисе не понравился, а вот сгущенка и пряники очень даже. И вот наступил тот самый день, который называют последним. Завтра нам нужно было уезжать. Мы с лисой встретились на озере, так же, как и в предыдущие дни, весь день рыбачили, потом попили чаю, а потом я начал сматывать удочки. Нам обоим было грустно. Нет, мне, конечно же, приходила мысль сделать из ремня поводок и забрать лису с собой. И я даже как-то об этом сказал лисе. Она посмотрела на меня так укоризненно, встала и полезла в подсумок. И смотрю, вытаскивает оттуда чехол, в котором лежал фотоаппарат, и в зубах протягивает его мне. Дескать, вместо глупых мыслей возьми да сфотографируй меня на память. И вообще, если ты заберешь меня с собой, то к кому ты будешь приезжать? Я послушно взял фотоаппарат, и мы устроили целую фотосессию. Лиса и так повернется. И этак. Будто и не лиса вовсе, а какая-то фотомодель. А я-то дурень. Целую неделю таскал фотоаппарат в подсумке, и у меня даже мысли не приходило ее сфотографировать. А между прочим, фотография на аватаре моего канала как раз той самой лисы. И вот пришла пора нам прощаться. Лиса подошла ко мне. Я ее, значит, глажу и говорю. «Слушай, ну, может быть, ты проводишь меня до лагеря? Димке заодно покажешься. Ну, что тебе стоит? Ну, пожалуйста». И тут лиса опять кивает. И хитро так на меня смотрит. И улыбается. А когда мы пришли в лагерь, Димка безмятежно спал. Я его, значит, такой растолкал и говорю: «Вылезь из палатки, только тихонько, у нас гости». А Димка с просонья ничего не понимает, высунул голову из палатки и тут же заскочил обратно, глаза испуганные. «Кто это?» И тут в палатку заглядывает наглая, хитрая, рыжая морда. «Это... как это она тут?» – ошалело лепечет Димка. «А вот так», – говорю я, – «из сна пришла». Конец сказки.